Этим утром стало известно, что в квартирах организаторов и участников так называемого «Марша миллионов» Алексея Навального, Сергея Удальцова и Ильи Яшина проходят обыски. Как сообщили в Следственном комитете, это связано с расследованием уголовного дела, заведенного после массовых беспорядков 6 мая в Москве на Болотной площади. Завтра, 12 июня, троим оппозиционерам необходимо явиться на допрос. Напомню, ранее в рамках уголовного дела по факту беспорядков на Болотной площади были задержаны 12 человек.